Красноярец, напавший на медсестру, заплатит штраф 5000 рублей. Напомним, на улице Щербакова неадекват ударил медработницу головой об стену, пока та оказывала помощь пострадавшей. В полиции составлен протокол, медсестра проходит обследование на наличие травм. Сотрясение мозга у нее уже определили. В Ивинки работники дома престарелых несколько месяцев забирали у постоялицы деньги. Почтальон приносил их пожилой женщине, но расписывались за них сотрудницы интерната. Сумма присвоенной пенсии может достигать 100 тысяч рублей. Возбуждено дело по статьям кража и подделка документов. В этом году в Красноярске от клещей обработают больше участков. Добавились территории микрорайона Ботанический, поселка Кразовский и деревни Бадалык. В спальных микрорайонах это 67 участков. В прошлом году было всего 20. Что касается мест массового отдыха, перед обработкой подрядчик должен очистить их от мусора и скосить траву. В Красноярске дезинфицируют уличные арт-объекты в виде шишек и памятники, например, скульптуру Поздеева. По традиции ее принято трогать. Также раствором обрабатывают скамейки и урны. Работы проводят сотрудники УЗС. Они же начали поливать на улицах хвойные деревья, но с коронавирусом это не связано. Так растения очищают от пыли, а в воду добавляют растворы от вредителей. Надежду Бабкину с двухсторонней пневмонией ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Но по данным издания «Московский комсомолец», у певицы нет коронавируса, хотя клиническая картина болезни очень похожа, сообщают источники издания. Еще в середине марта Бабкина стала гостьей программы Ивана Урганта, отмечала юбилей. 1 апреля артистку госпитализировали.